Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Андрей, я инженер-конструктор, представляю компанию «Биджет». И с недавнего времени у нас появилась такая разработка, как мусоросжигатель. Как вы поняли из названия, он предназначен для сжигания мусора, такого как древесина, бумага, картон, органические отходы и даже моторное масло. Основной его особенностью является то, что здесь у нас происходит закрытое горение, что соответствует всем нормам пожарной безопасности. Как работает данная установка? Перед тем, как начать работу с мусоросжигателем, необходимо подключить его к розетке 220 вольт. После этого необходимо снять крышку. Мы откручиваем винты барашки с четырех сторон. После того, как вы открутили барашки, необходимо взять крышку за ручки и сместить ее вот таким образом. Можем загружать мусор. После того, как вы загрузили мусор, необходимо его поджечь и закрыть крышкой сверху. Необходимо запустить работу мусоросжигателя. Для этого включаем тумблер, поворачиваем заслонку для подачи воздуха и включаем электродвигатель. Для наблюдения за процессом горения в крышке предусмотрено смотровое окно. Мусоросжигатель запущен. Теперь вам осталось подождать, пока мусор догорит полностью, без дыма, без открытого горения, по всем нормам СанПина и в рамках пожарной безопасности.